Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Lenovo Tab M8. И сейчас мы разберемся, как сбросить пароль блокировки нашего планшета на данном девайсе. Итак, несколько вещей, которые вы должны знать. Во-первых, вместе с паролем вы сбросите абсолютно все данные с вашего планшета. Во-вторых, если у вас уже был аккаунт Google на вашем девайсе, то даже если планшет не попросит у вас пароля блокировки экрана, то он попросит у вас пароль от вашей электронной почты. Так что настроить офлайн в случае, если у вас уже был аккаунт на планшете, не получится. Придется подключаться к интернету и уже с интернетом все настраивать. Хотя и так процесс покороче будет. Что ж, если вы помните свой пароль от почты, так, ну, в отличие от экрана блокировки, зажимаем кнопку питания, нажимаем кнопку выключить, ждем гудка. Гудок есть. Зажимаем две кнопки громкости и кнопку питания для входа в Recovery Mode. Отпускаем кнопку питания. Так, в Recovery Mode не будет работать сенсор, потому что, чтобы идти вниз, мы будем использовать кнопку уменьшения громкости, для того, чтобы идти вверх, кнопку увеличения громкости. Для того, чтобы подтвердить свой какой-то выбор, будем использовать кнопку питания. Итак, мы в Recovery Mode, спускаемся вниз к функции Wipe Data and Factory Reset. Нажимаем на эту кнопку, потом Factory Data Reset. Сбросили мы все данные. И теперь перезагружаем наш планшет с помощью кнопки Reboot System Now. Только перезагрузимся, мы окажемся на экране первичной настройки планшета. Итак, мы на экране первичной настройки. Ставим удобный нам язык. Нажимаем «Начать». Здесь нужно согласиться со всеми условиями использования. Нажимаем «Далее». Как видите, кнопки настройки офлайн нет. Нужно подключаться к Wi-Fi и тогда уже настраиваться. На этом все. Мы успешно сбросили пароль с нашего планшета. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!